За последние десятилетия в Беларуси было реализовано 11 энергетических проектов на сумму свыше 260 миллионов евро. Еще одним примером модернизации электросетевой инфраструктуры стало строительство подстанции закрытого типа «Брест-Западная». Сегодня потребление населения, потребление промышленных предприятий энергоресурсами растет, поэтому нужно создавать мощности. Есть несколько сложностей. Вот первая сложность, которая была по Брестской Западной, вы знаете, что тут была старая подстанция, которая была еще построена в 1977 году, и нужно было плавно продолжать работать на тех мощностях и создать вот современное, абсолютно новое энергетическое предприятие, которое отвечает всем современным требованиям. Основной целью проекта стало обеспечение энергетической безопасности и повышение надежности электроснабжения в областном центре. Генеральный подрядчик справился с поставленной задачей ранее срока. Открытие подстанции прошло в торжественной атмосфере. Министерством энергетики совместно с производственным объединением «Белэнерго», энергоснабжающими организациями организована системная работа по реконструкции подстанций всех классов напряжения в целом по стране, модернизация и строительство новых высоковольтных и распределительных линий электропередачи. От имени Министерства энергетики и от себя лично хотел поздравить всех присутствующих с важным событием для Брестской энергосистемы, для города Бреста, открытие современной подстанции класса напряжения 110 киловольт «Брест-Западная». О важности и значении подстанции для города и развития его промышленности говорил в этот день и губернатор области Юрий Шулейко. Действительно, объект уникальный. Сегодня обозначены все параметры данного объекта. То, что нам сегодня это позволит расширять промышленное производство, производить безопасное, так сказать, питание наших объектов, то, что мы сегодня получим определенные, так сказать, надежные источники, это уже определено проектом. Теперь в зоне ответственности подстанции больница скорой медицинской помощи, первая и вторая городские поликлиники, Брестская крепость, областной, городской, районный, исполнительные комитеты. Этим и другим важным объектам, а также бытовым потребителям подстанции обеспечит надежное и бесперебойное энергоснабжение. Ведь она самая современная во всем регионе и по всем показателям превосходит свою предшественницу. Старая подстанция была рассчитана два трансформатора по 12 мегавольт ампер, новая это 25 мегавольт ампер каждый трансформатор. На данный момент она тянет 20 мегавольт ампер, будет рассчитана на резерв на 5 мегавольт ампер. Подстанция представляет собой энергетический объект с полной автоматизацией технологических процессов, находится под видеонаблюдением и не требует присутствия обслуживающего персонала. Кроме того, все программное обеспечение разработано в Беларуси. Благодаря надежности работы снизится количество отключений и срока восстановления электроснабжения потребителей. А значит, горожане почувствуют разницу. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Льмонтович, телекомпания БукТВ.